Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Tomb Raider Legends. Бродить непонятно где, искать непонятно чё. Хотя не, это я не прав. Понятно, ищем непонятно чё, а вот бродим непонятно где. Вот так, да, именно так. Замечательно. Так, теперь подожди. Вот. Подожди-ка, чё я её не забрал? Thank you.
Тихо. А здесь что было дальше? Всех убили? Побежали, побежали, побежали. Тихо, залезь. Ну сюда иди, говно. Сдох, ну и отлично. Thank you.
иди сюда. И чё, и никак? А квестик? Универсальный солдат. Лариска. Да, здесь все правильно. Пошли. Подвесы. Под весы. Клеточку кладем под весы. Не забываем, не забываем. Вот какой разворот у Лары. А теперь клеточку уберем. Да. Ой-ой-ой, тебе больно, да? Что такое? Ну? Давай нам свет, Шива. Итак, разгадка. Клеточку под весы. И все. А вот и второй свет. А теперь что? А теперь чё? Ну, хорошо. Уговорил, мы десантируемся. Спецназ! Вот что мне теперь надо понять, вот логику этой загадки. Давай почитаем, что там оно в подсказках есть. Надо что-то сделать с пучком света, который исходит от Шивы. Надо расположить малые статуи таким образом, чтобы лицо. Оба пучка отражались в лицо Кали. Ну, хорошо. Давай попробуем. А таким каким образом? Здесь две статуи. Эти две статуи, только если местами менять, все, мне кажется. Потому что по-другому никак. Пройди-ка, а ну-ка вот так, если. Мне так кажется. Отражались.
Как они будут отражаться? Нихера не отражаться не будут. Ну-ка. Тоже нет. Ну-ка, отпусти-ка ее. Давай. Подожди, а эти статуи... Ну, они только двигаются по салазкам, получается, эти статуи, правильно? Да, по салазкам. Ну, допустим, и что, в итоге у них что, один градус? Один угол? И как это? Что ты делаешь? Ага. Если я ее... Так они обе односторонние, правильно? И что это даст? Давай попробуем вот так. Правда, не понимаю, что это даст, хотя... А, вот так должно быть. Должно получиться. Что, не отражает она? Вот. В общем, обрати внимание на положение статуи. Вот. Сейчас еще раз. Так они вот стоят. Веера должны быть с правой стороны и с левой стороны. Погнали дальше. Загадка статуи Шива. Шивая, вшивая, плешивая. Что это такое? Это что у нас? И мне на голову. Ну почти. Древний мир. Открыта новая запись в журнале. Сейчас почитаем. Бразе, отдохните. Так, открываем новую запись в журнале. Подожди. Наги и змеи-люди, населяющие Патал. Они охраняют. А тут больше ничего нету. Ни про какой древний мир. Что за бред? Экспедиция, кракинг. Мы все читали. Наги, змеи-люди, населяющие Патал. Они охраняют Амриту, эликсир вечной жизни. Примитивные рептилии, живущие в этих руинах, возможно, стали прообразом наг или же придали вес уже существовавшим индуистическим мифам за счет своего необычного облика. Ну, хер его знает, честно говоря, что за запись о древнем мире. Я здесь не вижу ничего. Вот прям клянусь честное слово. Ну, надо спускаться, судя по всему, да, потому что здесь как-то... Это что такое? Это выпуклость. Да. Это выпуклость. И вот это. Надо было просто... Тихо, тихо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ты что, с ума сошла? Это что такое?
меня все с собой, елки-палки. Вся амуниция. Что-то мешает, Аманда мешает. Не, ничего не мешает. Теперь ясно, откуда пошли слухи о божественной силе Тора. Так, подожди, сейчас мы с тобой все решим. У нас почему-то эти кувшинчики опять здесь стоят. Ну слушай ты, каратистка, ну... Все, разбили, теперь пошли. Нет, еще не пошли. Давай. Угу. Ну что, прикладываем? А что делать-то надо? Лара, ты, короче, это... Обладаешь божественной силой, но летучих мышей не можешь убить. Это как? Что это такое? Это что такое? Какой серьезный парень. Это было здесь задолго до появления верхних руин. И снова протоскандинавские руны. Сын мой, твои сокровища здесь и вдали, сестру этой перчатки, твой пояс Мёгенгёрд и могучий Мьёлнир стерегут мертвые, чтобы держать в узде Йормунганда. Но карта уничтожена, причем недавно. Если тут и была перчатка Тора, ее уже нет. Что это? Натла, я знаю твою цель и не желаю больше быть марионеткой. Переводит сходу Ричард все Джеймс языки. Крофт. Это сделал отец? Папа твой, да. Папа! РДК. РЖД. Странно. Российские железные Он дороги. Он никогда не использовал в подписи вторую букву имени, чтобы избежать путаницы со своим отцом. Так вот, где ты спрятал артефакт? Хитрый старый лис. Что ж, пора обратно на корабль. Чё? Лара, я ничего не понял, где он спрятал артефакт. Честно говорю, я не понял. Подожди-ка. Мост покрыт точно такими же светящимися рунами, как и та прочная... Я понял. Да, а дальше чё? Я смогу сдвинуть мост, если найду место, откуда его можно толкать. Хорошо. И куда? А что если... Ага. Да, давай-ка. Толкает, да, толкает. Подошли мы к этому. Все. Теперь. Давай. Залазь, Ларка. Чуть-чуть осталось, да? Суки, а полезли. Ты посмотри на них, полезли. Тут есть пространство?
чем проблема, Лара? Почему ты не прыгаешь? Не надо прыгать, ну ладно. Все, подошли, да, подвинули. И отсюда нам нужно улепетывать. Тихо. Теперь запрыгивай. Так ты быстро не можешь, да? Хреново, что не можешь. Сейчас какое-то говно опять повылазит. Вараны там еще. Ну закрывай ее, че. Похоже, я перестала быть Тор. Интересно, как он ее заряжал? Аккумуляторами, наверное. Думаешь, нет? Не марионетка, открыта новая запись в журнале. Давай почитаем, что там за запись в журнале. Сила Тора, один комната. Так. Культурные слои. Это мы читали? Вот под культурные слои. Руины Нефельхейма гораздо старше индуистских руин. Настолько старше, что они, скорее всего, находились над уровнем моря в конце последнего ледникового периода. Здешние руины очень похожи на них по стилю и возрасту. Индуистские постройки были возведены прямо на древних руинах. Это заметно по ветхости и резкой разнице в архитектурных стилях. Сила Тора. Тор – самое могущественное божество в человеческих мифах. Впрочем, судя по этому, это мы читали. Один, мудрейший бог в древнескандинавской мифологии, отец Тора, согласно одной из легенд, он отдал правый глаз, чтобы испить из источника мудрости под корнями мирового древа Игдрасиль. Там он узрел Рагнарёк, последнюю битву, которая уничтожит мир и богов, и осознал, что даже зная о ней, он не сможет ее предотвратить. Комната карт Одина. Надпись на стене: «Сын мой, твои сокровища здесь и вдали, сестрой этой перчатки, твой поезд Магингьор, ты могучий миллионер, стерегут мертвые, чтобы держать в узде Йормунганда». Неизвестно, Йормунганда, да, неизвестно, являлся ли исторический персонаж Один настоящим отцом Тора, но между ними была какая-то взаимосвязь. Молот перчатки и поезд Тора спрятаны по всему миру, чтобы остановить Йормунганда. Мидргардская... Чтобы остановить Мудрганда, Миргардского змея. Господи, язык поломать можно. Мне не ясен смысл этих слов, но равно как и происхождение змея. Возможно, ключ к разгадке слова о том, что артефакты стерегут мертвые. Короче, нихера сперва. Не понял. У происходящего есть какое-то объяснение, нет? Допустим. Что-то получилось. Каким-то образом. Чудесным и непонятным. Охеренно, что я могу сказать? Открылась? Залезь, дура. О, это было невероятно, прыжок, конечно. Тупизм тот еще. Не знаю, с какого раза. Я повторюсь, идея с прыжками неплохая. Сделать упор на адвенчуру неплохо, но реализовано это все. Да. Ломай его, Лара. О. Мы выплываем кораблику к нашему. Да, поплыли быстрее акулы. Зип, шмип. Нашла что-нибудь? Там была карта, но отец ее уничтожил. Да уж, яблочко от яблони недалеко упало. Он сделал это намеренно, чтобы карту не нашла Натла. Но я уверена, сначала он сделал подробную запись.
И более того, он нашел вторую перчатку Тора. Где она спрятана? Прямо у тебя под носом. В смысле? Каким-то мы невероятным кульбитом перепрыгнули на платформу, офигеть вообще. Ой. Поместье Крофтов. Отец забрал все артефакты Хавати и уничтожил все, что указывало на Хельхейм. Однако он оставил подсказку, которая, понятно, лишь не должно быть. Он обнаружил что-то очень опасное, иначе бы не уничтожил столь важный археологический памятник. Это что? Поместье — повседневная одежда. Пистолет, пулемет, дробовик. Дробовик. Так, которое понятно лишь мне. Должно быть, он обнаружил что-то очень опасное, иначе бы не уничтожил столь важный археологический памятник. Да, все, я прочитал. Очень тяжело идет игра, друзья мои, запись. Очень тяжело. Надо было в шортах тусить. Простите, леди Крафт, я не прибирался в склепе довольно долгое время. Почему ты не говорила, что здесь есть склеп? Лучше бы я не знал. Знаете что, я подожду вас здесь. А я ведь говорила, твоя громкая музыка всех мертвецов перебудет. Почему Зип не стрелял вначале? Интересно. Черт. Жутковатое местечко. Почему ты думаешь, что оно здесь? В отцовской подписи было 3 литеры. Четкий намек на моего дедушку. Свет, пожалуйста. Ё-моё! Мой отец был полон сюрпризов. Очередной склеп. Мертвые на страже. Давайте почитаем, и серию на этом можно будет закончить. Журнал. Фамильный склеп Крофтов. В Пхаватте отец оставил записку. Натла, я знаю твою цель и не желаю больше быть марионеткой. Находки, сделанные отцом, послужили причиной разлада, причем явно серьезного. Я еще ни разу не видел, чтобы папа учинял разгром на месте раскопок. Он оставил мне подсказку, которая указывает на место, где спрятаны артефакты и сведения, добытые в Таиланде. Ну, в поместье Крофт, в этот склеп мы уже с вами пойдем в следующей серии, а посему ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.